В одном из наших роликов мы рассказывали о самых продаваемых печах-буржуйках, и в обзор могла бы попасть новинка нашего ассортимента – печь-смуглянка от компании Stan. Но это уже не просто буржуйка, это блиндажная печь, которую также можно брать с собой в поход. Вообще смуглянок аж целых 5 модификаций, мощностью от 3 до 9 кВт. Но самая богатая комплектация и, пожалуй, функционал у печи Stan – смуглянка 2. Печка отопит помещение объемом до 20 кубов. Топится небольшими дровами, глубина топки 33 см. На верхней поверхности можно приготовить еду, а разогревать ее можно опять же на плите или прямо в армейском котелке, закрепив его на боковом экране конвекторе. Кстати, эти экраны можно превратить в столик, и это прикольная походная фишка, ведь в таком положении экранов печь при работе дает много лучистого тепла, а это позволяет быстрее просушить вещи, находящиеся рядом, да и само помещение. Но, друзья, если экраны поднять наверх и прикрепить к ним комплектные стальные бортики, смуглянка превращается в банную печь-каменку, с которой можно устроить настоящую баню. Двухметровый дымоход у печи модульный, со встроенным шибером. Три модуля убираются внутрь топки, а остальные пакуются вместе с печью в удобный транспортировочный ящик. Вот такая необычная походная печь, которая однозначно приглянется рыбакам и охотникам. Ее вы можете приобрести в одном из наших розничных магазинов в Новосибирске или же на сайте farnax.ru. Там же огромный выбор другого отопительного оборудования. Ну а на сегодня все. Пока!